Я думала, что это красная такая, типа, слышишь ты? Всем привет, дорогие друзья, зрители и гости моего канала. Сегодня мы будем играть в игру «Найди пулю». Поздоровайтесь, пожалуйста. Всем привет, я Ярослав. Ёпта. Здравствуйте, я Егор, мне 16 лет. Всем кул, с вами Крайну. Если вы узнали меня, то пишите в комменты. И это Влад, у него нету микрофона, так что я за него представлюсь. И я Юра. Все, так, я сейчас начинаю прятать, а вы бегом в угол. А мы прыгаем. Станьте лицом к стене, А мы как сделали? Все, так, я включу сейчас худ. Все, я пошел прятать. Эй! Да блин! Пацаны, зачем? Все, я пошел прятать. Поставлю я 4 пули, и вы будете искать. За каждую пулю вы будете получать 50 рублей. Эй, не смотри, Феникс! Я буду вот так вот около фонаря вот так вот следить за всем. Не смотри, Влад! Отвернитесь. Честно. Так. Тан-тан-тан-тан. Так, кто? Феникс, слышь ты? Я задом хожу. Все, первую пулю я уже поставил. Влад, обернись. Так, ребят, только не смотрите. Эй, Феникс! Лиза, встань возле стены. Тихо, нас убили. Лиза, встань возле стены. Зачем тебе? Иди в попу. Так, вторую пулю уже тоже поставил, ребята. Еще две пули осталось. Да нельзя оборачиваться, слышь ты. Кто у нас оборачивается? К стене. К стене, Влад. А ты сейчас по попе, да? Ой! Да. Какой? Юр? Юра? Что? У нас умер красный, сейчас он из дома пойдет. Ладно, давай, так, я подожду, пока он выйдет, чтобы он не смотрел. Давай, иди к нам. Красный, иди сюда, Влад, я тебя встречу. Влад, давай к ним, иди. Да где Влад, в смысле? Так. Я что-то он не вижу, пошел искать дочь. А я не вижу Влада, я обошла спаун. Он на сервере. А где он? Он ты слышишь, Влад, нечестно, сейчас... Блин, а я вот его ты. Не вижу. Все, он у нас, Мы так. Его захватили. Угу, хорошо, так, еще мне две этих... Да, осталось. Влад, ты тупой? Встаньте, все, встаньте на место, так. Не подсматривайте. Да, Лиза! Ой, извините. Я хотела такая... Юра? Тихо, вернём. Не смотри на себя. Слышите? Ой, случайно. Серьёзно? Я всё думала, что это красная такая, типа, слышишь? Да, я, короче, пошла. Нет, стопай, ещё одна пуля, ещё одна пуля. Подожди, нельзя. Тихо, пойдёмте отсюда. Хочу деньги выпить. Лиза, только деньги нужны. Лиза, ты куда пошла? Лиза, стой на месте. Так, Лиза, еще одна пуля, Егор, осталось. Лиза, обернись. Да, Лиза! Извини, я... Все, ребята, можете уже искать. Го. Погнали. Ты чувствуешь, как нельзя ходить друг за другом, окей? Точно я не хожу. Возьмите ножи. А мы с ножами, да? Да, хорошо. Обсматриваем все. Так. А, я нашла точку. За дверью на ручке. Юр. Хорошо, Лизе. На балконе за дверью на ручке. Все, Лиза. Лиза нашла первую пулю. Вот здесь она была, за дверью. Ищите остальные. А вдруг они пропали, алло? Нет, они не пропали, 100%. А можно в этот подвал? Ты подвал сделал? Давайте дам вам подсказку, что в подвале я не прятал. Я нашел, Юра. Где? В шкафчике. Где? В первом шкафчике. Где проектор и ёбан. А, сейчас я туда зайду, покажу. Да блин, все. Собаки! Сейчас я зайду, покажу вам всем, что. Влад, зачем ты сюда зашел? Уходи. Так, где? Показывай. Вот. Так, Егор, да? Все, вот Егор нашел вторую пулю, давайте дальше ищите. Блин, а я знаю, куда бы я спрятала. Ну, ладно. Давайте, еще две пули.
Еще две пули осталось. Две? А можешь дать подсказку? А есть в доме? Есть в доме. Хорошо, давайте дам вам подсказку. Она не в туннеле. Ну, то есть не в том, что... Она в доме... Есть в доме еще пуля? В доме? Дайте вспомню. В доме, походу, уже нету, да? Да, в доме вы уже, походу, две нашли. Блин, где же они? Я уже сам забыл, где были. Я нашел! А, это другие пули. Нет? Вы что, не видели? Нет? Чарили? Да. Сейчас кто-то заметит. А, это Влад, Влад, все. Влад нашел, да? Да, все, это Влад. Все, Влад, Влад нашел третью пулю. Мне осталась одна. Еще одна пуля осталась, ребята. Вот видите, вы говорили, что карта большая. Это здесь нечто, нечего искать. Дай мне подсказку. Да нет, уже последняя пуля, ее искать уже вы. Я думаю, вы ее быстро найдете, ее. Давайте я на балкон зайду, чтобы я вас видел. Мне кажется, я догадываюсь, где. А где вы все есть? Я вас не вижу никого. Потому что я в другом месте совсем. Так, кого вижу, кого-то это... А, вот ты, Лиза. Лиза и Егор бегает. Так. Хочу себе пулю найти. А кто же так? Влад, Егор и Лиза, да? Да. Уже каждый по пуле нашел. Давайте, еще одна пуля осталась. Ребята, еще одна. Дай подсказку, она есть на синем спауне, вот на этих фонарях или что-то типа. Вот на этой улице. Вот. Ребят, я уже подсказки давать не буду, потому что ее очень легко найти. Я вам дал. Юра, иди сюда, Юра. Что? Вот тут вот я нашел тут две пули и такая. А, нет, это не я оставил. Это мы тогда, когда начинали, я случайно туда попал, это не те, да. Ее очень легко найти, но, блин, она как бы так спрятана, что в темном месте, можно сказать. Блин, я бы дал вам одну подсказку, но вы тогда уже все поймете, 100%. Ну, я догадалась то, что где. Она не в доме, она не в доме и не в саду. Она не в доме, но может быть на доме, но не в доме. Да, как я на дом поставлю ее, как бы? Ну, на стенку. Возможно. Внизу такие вот, знаешь. Так. Ну, на бассейне уже точно нет, потому что я, знаешь, сколько раз проверяла, там нету пули. Даже если ты ее поставил, там ее нет. Я много раз входила, внимательно смотрела. Угу. Ладно, давайте даем подсказку. Эта пуля, она под водой. В смысле? Так, я понял, где. Все, уже все поняли. Да блин! Нашли? Вот вы. Под водой? Ну, Юра, здесь нет. Я нашел, Юра. Где? Я тоже. За мной вот Влад бежал, и вот. Чё, я тоже. Она где-то в туннеле. Где в туннеле? В смысле, Юр, ты же сказал то, что внизу нету ничего. Нечестно. Я говорил, что в этом туннеле в долгом нету, а здесь как бы... Ты еще говорил то, что канализации нет, скажешь нам точно. А можно в этот подвал? Ты в подвале что-то сидел? Давайте дам вам подсказку, что в подвале я не прятал. Я тут пулю нашел. Ну, так, вот, ну, да, короче, да, да. Вот, мной, Влад, вот эта пуля была здесь. Вот. Кто ее первый нашел? Влад? Нет, ее Егор первый нашел, он начал кричать. Да? Блин, а я в канализацию специально не спускалась, думала то, что... Я тоже, прикинь. Когда вот Юра сказал под водой, то я понял то, что где-то здесь. Не, ребят, вот честно, кто первый нашел? Влад пишет, что да, он нашел. Давай, Юр, заново спрячешь еще одну пулю, потому что нечестно так. То я думала то, что канализацию нельзя. А я вообще не нашел. Блин, ну смотрите, просто Влад как бы он без микрофона, и он, ну как он сможет сказать, что я первый? Но я видел, ну, что он в чате писал. Давай мы опять пойдем, ты одну пулю спрячешь, чтобы не было спора, а то и тому будет обидно, если они... Ладно, тогда вставайте. А мне вообще обидно, ну, я вообще не отпускаю. Пойдемте, будем вставать, и Юра еще одну спрячет. Нет, ребят, смотрите, пусть станет только Егор и Влад. Егор и Влад. А где вставать? А я вообще пули не нашел.
к стенке. Я тоже хочу, так нечестно. Станьте к стенке, Егор. Юра, я вообще пулю не нашел. Я тоже хочу сказать. Все, давайте, я иду спрячу еще одну пулю, чтобы все было честно. Блин, бы я честно... Я посмотрю потом на записи, кто, ну, первый нашел, чтобы посмотреть. Ну, я думаю, что Влад первый нашел, но чтобы Егор не обижался, ладно. Спрячу еще раз. Блин, зачем вы убиваете? Блин. Только смотрите, вы не ищите пуль, только Егор и Влад ищите. Ну почему так нечестно тоже? Ну так как они... Да я вообще ни одной пули не нашел. Вот именно, Феникс не нашел, а я думала то, что канализацию нельзя спускаться. Ну давай ладно, все, ладно, ладно, пусть будет эта пуля последняя для всех. Блин, только где бы ее спрятать так? Мы друг друга на друг друга прыгаем. Короче, смотрите. А в смысле? А где Феникс? Вот Феникс. Слышь, Феникс подсматривает. Он ушел оттуда. Я пришел оттуда, что я думал, что я не играю. Все, давайте. Раз, два, го. Го. Давайте. И? На дереве. Нашел! Где? Я нашла. Где? Я же сказала на дереве, алло. Вот. Где на дереве? Вот она, на этом. Где? Я не вижу. Подожди, где? Нет, я ребята, видел черненькую. Это не моя пуля, значит. Я там нету. Блин, вы очень близко. Даю огромную подсказку, вы очень близко. Давай не без подсказок, потому что сейчас лежит мясо. Хорошо. Ну го. Сейчас. А ты помнишь, как ты... Блин, тебя что-то плохо слышно. Блин, вы очень близко, ребята. Я нашел! Кто? Она на этом, на дереве. Нет. Она, знаешь, на этой, на будке. Она вот, ну, смотри. Влад... Ну, я ее нашел. Вот, ну, она нет. На этом. Я нашел. Это я ее нашел. Это я нашел. Вот я первый сюда подбежал. Я ошибся, что не на дереве, а на будке. Я вот сюда пришел, да, да. И тут она подбежала. Нет, ребят, все, Феникс первый. После Феникса уже сказал этот Влад, а после Влада уже... В смысле? Лиза. Я крикнула после Феникса. Нет, уже Влад в чате написал я, а ты после него сказала вот на этом. Он сказал, что... Он сказал... Каждому, короче, каждому по 50 рублей, да? Да, получается каждому по 50 рублей. Ребята, если под этим видеороликом наберется 1500 лайков, то я обязательно сниму третью часть, в которой я попытаюсь заполнить весь сервер игроками, которые будут искать пулю. Все, всем удачи, всем пока. Короче, всем пока, ребят. Ну, до всем пока. Пока, всем. We hate you, idiot.